Накануне баскетбольный клуб «Химки» принял на своем паркете саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковная команда к игре подошла в статусе лидера турнира. Зато для гостей сезон складывается неудачно. Сейчас они занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Матч начался на равных, однако «Химки» быстро отвоевали преимущество, завершив первую четверть со счетом 21-16. Наиболее ярко проявил себя недавно пришедший в клуб Томас Робинсон, который забросил несколько мячей, тем самым закрепив отрыв «Химок» в счете. После перерыва химчане взяли игру полностью под свой контроль. Финальный счет составил 79-74. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 19 очков. Отлично показали себя в матче также Томас Робинсон и Энтони Гилл.